Всем привет! Сегодня я ремонтирую крышу металлическую. В этом гараже, это гараж, в этом гараже всегда протекает вода, вот, и стекает именно она ржавая. То есть ржавчина течет на машину. Вот. Многие водители знают, что такое ржавчина. Я хочу показать, как залатать вот эти вот щели, которые идут на стыках. Сейчас я второй раз уже прокрасил вот этой мастикой битумно-каучуковая, вот, фирма Baugood. Получается, первым слоем мы нанесли вот эту вот мастику, потом здесь вот как раз вот видно вот этот слой. Здесь сверху наклеили такую стеклоткань. Вот, и потом вот после того, как она высохла, мы вторым слоем. Ну, видите, дальше идут тут потеки. Вот, это уже и второй слой есть, и первый слой, от первого слоя потеки. Дело в том, что здесь очень большие такие вот щели были. То есть я наносил как можно больше для того, чтобы их закупорить, чтобы не было щелей, чтобы не текла крыша во время дождя. Итак, подытожим. Получается, эта работа идет в два этапа, то есть наносится первый слой и стеклоткань, чтобы она пристала, и вторым слоем наносим. Ну, после этого крыша будет долго держаться. Но после того, как нанесли вот эту смолу, вот эту вот мастику, нужно обязательно чем-то покрыть от ультрафиолетовых лучей, то есть либо покрасить крышу, либо же засыпать мелким гравием. Тогда она не, ну, смола не будет портиться. То есть, в принципе, она жару выдерживает хорошо. Вот, ну, так вот рекомендует сам производитель. Латайте щели, дыры, для того, чтобы ваша машина не портилась. Всем хорошего настроения, всем пока!